Основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по уголовным обвинениям в суде Нью-Йорка. Его подозревают в незаконном использовании миллионов долларов с депозитов клиентов биржи для поддержки своего хедж-фонда Alameda Research, покупки недвижимости и других инвестиций. Бэнкман-Фрид был арестован в прошлом месяце на Багамских островах, где проживал и базировалась компания. Позже он был экстрадирован в США, где его освободили под залог в 250 миллионов долларов. В случае обвинительного приговора ему грозит более 100 лет тюремного заключения.